Оставили. Палочки у нас залежали. Сейчас шоколад разбираем. Конечно. Определила рекрутинговая компания Antal Russia. Маркетологов, специалистов по прогнозированию спроса, не сыщешь днем с огнем. Острая необходимость в них возникла во время кризиса. Было очень важно избавиться от залежавшихся на складе товаров и предугадать... Ну и что, он там сидеть тебе будет надолго? А? О. Это моя школа. На втором месте специалисты по связям с инвесторами. Отпустишь убежать. 300 тысяч рублей. Это особенно важно, если компания хочет выйти на IPO за рубежом. Тройку замыкают юристы по деривативам. Размер их вознаграждения не афишируется. Как? Юрист по деривативам? По деривативам. Хорошо. Это не просто. Да, нужно даже не догадаюсь.